Всем доброго дня! Давайте сегодня попробуем выполнить вот такую вот работу с скалами. Работа в таких серо-золотых тонах, хотя каждый может изменить абсолютно цвет, сделать тот, который ему нравится. Но в этом видео я не буду повторять то, что было в предыдущих видео, а некоторые моменты будем пропускать. Приятного просмотра! Ну вот, я кисточкой размыла края, чтобы потом нам не зашкуривать. Если даже зашкуривать, то только чуть-чуть. Почему так решил? Хотел изначально сделать этот передний план более объемный, более вывернутый, да, чтобы он смотрелся. Но так как сегодня у меня шпатлевка очень такая тонкая, нежная, текучая, поэтому у меня не получилось. Ну вот, решила оставить вот такой вариант. Конечно, можно попробовать сделать вот этот передний план цветка более такой массивный, более объемный. Все зависит от того, какая шпатлевка все-таки. После того, как мы с вами сделали уже вот эти каллы, да, для того, чтобы нам было меньше зашкуривать, я повторяюсь, да, мы использовали кисть с водой, чтобы заглаживать вот какие-либо неровности. Вот, теперь мы с помощью скальпеля, с помощью стек различных инструментов, значит, подчищаем, убираем лишнее. Вообще, барельеф очень здорово смотрится при определенном освещении, даже в белом. Данный этап работы вот таков. Значит, мы сделали фон, сделали его серым цветом, да, по краям аккуратненько прошлись. Сейчас вот я шкуркой проработаю некоторые детальки, где мне не нравится, да, еще. Далее нам потребуются вот такие вот три цвета. Это перламутровая эмаль, металлик и золотая, тоже акриловая эмаль. И вот такие вот кисти. Ну, конечно, можно использовать не только данные цвета. Здесь у каждого фантазия работает по-своему. Я решила сделать вот так. Ну, будем смотреть, что получится в процессе. Уважаемые подписчики и гости моего канала, перед вами на экране ссылка на мой стартующий новый дзен-канал. Там я впервые разместила статью о влиянии творчества на человека. Очень интересная статья, которая создана именно мной. Данная статья довольно-таки легкого характера, но имеет довольно-таки важную информацию, к моему удивлению, которую не знает не каждый. Мне очень интересно услышать ваше мнение, увидеть ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ну и в завершении данного видео хочу пожелать всем творческих успехов от слова «творец» и, конечно же, нескончаемой положительной творческой энергии. Всем успехов! Спасибо!